руке. Ну вот сейчас 138, да, и она добавляет, кстати, тоже, ну, может быть, сейчас и покажет свой лучший результат. Таким образом, Насимента Омара, да, вот эта тактика. Тактика пошла, кто кого перехитрит. Насимента Омара увеличивает вес, тут же сразу же тренерский штаб Соединенных Штатов Америки еще набрасывает. Ну и вот Насимента Омара, судя по всему, будет именно она выступать. Марта Роджерс добавляет вес до 140 килограмм. Я америкалық зілтемірші 140 келіге көтерді, 135-ден бастап ал. Мына жерде Амару Насименто екінші мүмкіндік, зілтемірде 138 келі салмақ. Мұны көтерсе 246 келі болады, әрине уақытша бірінші орынға шығады. Қазір серпе көтеру сайысына шығудан бас тартты. Осылайша Чика Матана мен Роджерс Марта Эннің қола жүлдеге таласы қызайын деп тұр. Насименто кеудеге алды, тұру қиындау болды. Бразилиялық зілтеміршіге дегенмен тұрды. Арғырай бір серпіп реттеп алды. Арғырай қиын. Жоқ, қиын Амару Насиментуға 138 келі салмақ бағынбады. 400-ді қазір осы Амару Насиментодан кейін жарысты бастайды. Бұл жерде Насименто 139 келіге ауыстырды. Құласаң нардан құла дегендей. Қатты бір көп өзгеріс енгізе алмайды үздіктердің қатарына. Тек бестіктің қатарына кіруі мүмкін. Ары қарай қиын. 140-қа ауыстырды Амару Насименто. Роджер Марта Эн. Америкалық зілтеміршінің бірінші мүмкіндігі бұл. Қиындау, қиындау, бірақ тұрды. Арғырай, арғырай көтеру керек. Бәрекелді. 140 келі Мартайн Роджерс бағындырды. Қостайыстың қортынсы бойынша 252 болды. Жаңа көш баш. Насименто соңғы мүмкіндік. Жүз 38-ді көтере алмады. 140 енді Насименто Амару үшін ашығын айтқанда қиын. Қиын. Кеудесіне салып тұр алмады тіпті. Және Амару 241 келі салмақпен қос сайысты қорытындылады. Айлин Чикаматана. Австралия. Міне назарларыңызда. Келді 23 жаста 87 келіде былтыр Багатада Айлин күміс жүлде иеленді. Одан бөлек енді мұхит аймағы елдер арасында әлем чемпионатының әлем емес жеңімпазы жүлдегері болған жастар арасында әлем чемпионатының күміс жүлде иегері Чика Матана тұрды. 143. Арғырай, бәрекелді. 253 келі салма. Айлин Чикаматана жаңа көшбасшы бірінші орынға шықты. Роджерс Марта Эн мына салмақты көтере алмай қалса жағдай қиын болады. Тұр дейді. Тұрды. Мартайын. Ой, басына тиіп түсіп кетейін деп қалды. Жоқ. Дұрыс. Денсаулығы дұрыс болу керек.
Дегенмен 143 келі салмақты көтере алмады. 143-ті қала береді салмақ. Бірінші кезекте өз-өзін жеңу керек. Роджер Смарт АНГ-ге өз-өзімен сөйлесіп. Екі спортшы әлі мүлде шыққан жоқ. Ванг Цзою, Лианг Сяомей қазір екеуі шығады. Күміс пен алтынға өз ара таласады. Роджерс, сәттілік тілейміз америкалық аруға. Қиын-қиын-қиын Марта Эн үшін. Жоқ-жоқ-жоқ. Осылайша Марта Эн жүлдесіз қалды. Бұл әлем чемпионатында Чика Матана. Бұл салмақта бұлтыр 87 келі салмақта бұл салмақта емес. Әлем чемпионатының күміс жүлдегері болды. Енді көріп отырсыздар, Роджерс Марта Энге қарағанда салмағы да ауырлау қуып келген. 147 көтерді, Чеке Матана 256 болды. Енді 150 келіге ауыстыратын шығар бұл Австралия елінің өкілі. Міне қытайлықтың бірінші ұмтылысы, Азия чемпионы, әлем чемпионатының күміс жүлдегері жұлқа көтеру жаттығуын бірінші орынмен аяқтады. Енді мына салмақты көтерсе, ашығын айтқанда Ванг Цзою кемінде күміс жүлде еншілейді. Тұрды. ...269 келі қоссайыстың қортынсы бойынша Ванг Цзоюда Лянг Цяомей шыққанға дейін бірінші орында тұрады. Ну а что, по факту, конкуренция между двумя китаянками за первое место. Ну, что-то подобное мы видели и в 2022 году. Именно Ванг и Лянг разыграли между собой золотую медаль. Ну а третье место, бронза, достается представительнице Австралии Эллен Цика Матана. Ну, поздравляем, поздравляем австралийку с этим хорошим результатом, да, не без этого. Ну и, наверное, нужно отметить, да, что это первое... медаль на этом чемпионате мира для представителей Австралии. Всего же австралийцы привезли сюда на этот чемпионат мира команду из 9 человек. Что касается дальнейшей программы, да, пока китаянки там готовятся, что касается дальнейшей программы на сегодняшний день, женщины до 87 килограмм в 22:00 по времени Астаны в прямом эфире на телеканале «Каспорт». Ну и тоже есть за кого поболеть, есть за кого посмотреть. Ну, в этой весовой категории, в принципе, да. Немного спортсменок заявилось, так что финал А, финал Б, Б уже прошел. Ну, а мы с вами посмотрим в эфире телеканала «Каспорт». Ну что ж, появление на помосте Цяомей Лянг, 122 килограмма в рывке. Ну и теперь заявлено 150 в толчке. Если она выполняет, то, соответственно, новый лидер у нас появляется. Наверное, ну, догнать Цика Матане, ну, нереально никого. И Лянг... Браво! Браво, Лянг! 272 килограмма и тотал. Цика Матана. Да, сейчас уже давления на нее абсолютно нет. Бронза у нее уже в кармане. Нужно сейчас уже просто для себя, да, наверное, в первую очередь проверить себя, сумеет ли она... 150 килограмм в толчке выполнить. Ну, ждем и узнаем ответ
через несколько секунд. Пока тяжеловато, но вот последний толчок остался, нет. К сожалению, нет, но тем не менее, да? Бронза есть бронза, 256 ее итог, 146 лучшая попытка в толчке, 110 а лучшая попытка в рывке. Ну, далее, Жою Ванг, 155 килограмм, Лянг отправляется на 156, на 1 килограмм выше. Ну, мы видим, что, наверное, ну, рекорд не так принципиален, по 1 килограмму чуть-чуть увеличивают. Ну, хотя, да, в принципе, если 155 она делает, то до мирового рекорда тут рукой подать. 3 килограмма. Вполне это все реально. Смотрим. Ванг 155 килограмм. И если она выигрывает, то она как минимум до следующей попытки Лянг ее обходит. И да. 155 килограмм. 277 ее результат. Это на 5 килограмм больше, чем на данный момент у Xiaomi Lian. Пока Xiaomi Lianq уверенно направляется на помост. 156 килограмм у нее заявлено. Плюс 5, да, плюс 6 килограмм, да, она к своей первой попытке. Ну, посмотрим за Xiaomi. Будем, наверное, ну, за нее переживать так же, как и за Ванг. Ну, такая, да, интересный между собойчик у нас в итоге получился в борьбе за золото. Интрига сохраняется до последней попытки. Ух ты, браво! Лянг делает удачную попытку. 156 килограмм, 278 в сумме. Пока у Ванга 277. Так, смотрим. 108 номер, это как раз-таки Лянг. 159, да? Именно так, на 159 идет. Так что сейчас может быть бит рекорд. И сразу он же может быть перевыполнен. Пока, ага, Ванг снимается. Ванг снимается, на третью попытку она не выходит. Довольствуется Ванг серебром. Ну а Лянг идет на рекорд. Хотя, по большому счету, эта попытка, ну, в медальном зачете для нее ничего абсолютно не решает. Что касается сборной Китая на этом чемпионате мира, вот нам показывает, да, что на новый рекорд она идет. Что касается сборной Китая на этом чемпионате мира, они абсолютный лидер, 11 медалей, ну, уже по факту становится 13. 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали на этом чемпионате мира. То есть даже рядом, даже близко находятся только две сборные, Корея и Таиланд. По общему количеству у них по 3 медали. Ну что ж, ждем, пойдет ли рекорд. Xiaomi Lianq, 159 килограмм. Мы слышим поддержку трибун. Золото у нее уже, можно сказать, висит на шее. Но нужно сейчас, наверное, просто для зрителей, да, для болельщиков, ну и в первую очередь для себя, чтобы вписать свое имя в историю весовой категории до 81 килограмма, вписать как рекордсмена мирового в этом весе, до 81. Так, и есть мировой рекорд. 159 килограмм, общая сумма 281, в общей сумме 2 килограмма. Ей не хватает до мирового рекорда, ну а в толчке рекорд побит. Поздравляем сборную Китая, поздравляем Лянг с мировым рекордом, поздравляем Ванг со вторым местом, ну и поздравляем сборную Австралии с бронзой. Эйлин Цикаматана бронзовую медаль на этом чемпионате мира завоевывает. Я әлем рекорды бұзылды, қадырменді жанкер. 159 келі серпе көтеруде рекорд егері Лянг Сяомей назарларыңызда. 281 қос сайыстың қорытындысы бойынша әлем чемпионы, екінші жыл қатарынан әлем чемпионы. Екі келі қос сайыста жетпей қалды, бірақ бұл рекордта, енді бұл рекордты Лянг Сяомей жуырда жаңартады деген ойдамыз. Былтыр 270 келі, биыл 281. Ванг Цзою 277 күміс және Айлин Чикаматана үздік үштікті түйіндеді.